У суботу, 14 студзеня, Віцебск далучыцца да святкавання сусветнага дня снегу. Гарадскія мерапрыемствы, прысвечаныя галоўнаму атрыбуту зімы, разгорнуцца на плошчы Перамогі абласнага цэнтра. Праграма чакаецца насычаная. Зімовыя спартланды і дартс, перацягванне каната, яравы спорт. Упершыню пройдуць спаборніцтвы па хакеі з мячом. Будет на одном из катков, как я сказал, уже будет проводиться соревнование по хоккею, на другом катке будут проводиться массовые катания. Вот. Для услуг населению будут работать пункты проката. Один вот из них справа – это пункт проката государственного учреждения «Физкультурно-спортивный клуб Витебск» и пункт проката «Мир услуг плюс». На площади будут працевать палатки для обогрева, полевая кухня. Початок мероприемства запланованы на 11 годин дня. Першамайский район сустрэне день снегу на лыжни. У субботу на базе училища Олимпийского резерва пройдет районное свято. На лыжи станут и школьники, и представники працовных коллективов, и чиновники районной администрации.